она имеет множество всяких титулов, и это неудивительно, потому что каждая ее песня – это маленький шедевр. И сегодняшняя песня, которая звучала здесь, и именно поэтому такой замечательный фестиваль-конкурс, как истинный шансон, дал ей гран-при «Весенний шансон 2019». Анастасия Бубнова! Встречаем! Самыми бурными аплодисментами! Спасибо большое. Я, наверное, как никто вас понимаю, потому что еще вот буквально весной я стояла по ту сторону экрана, как говорится, переживала. Я могу вам сказать, что даже половина и треть не видно того, что вы испытываете, стоя здесь. Поэтому просто пойте честно, мой совет. Пойте от души, кайфуйте, а жюри уже почувствует. Ну, так как у нас много сегодня номинаций, шансона, эстрада и авторская песня, завтра я спою шансон, сегодня поддержу эстрадников, поэтому моя песенка для вас. Я заменила
жюри.